Всем привет, ребята. Вот. Блин. Там Ольга. По просьбам вот хочу. Меня спрашивали, какие есть эспандеры. Вот хочу показать. Говорят, у тебя целая там их коллекция. У меня не коллекция. У меня просто кое-что есть. Вот пружинный эспандер. Кстати, хорошая вещь. Также тут меняются нагрузки в зависимости от пружин. И главным образом развиваются руки, плечевой пояс. Ну и немного силы грудных мышц. И он в основном подходит для утренней разминки, гимнастики. Есть различные упражнения. Их легко можно найти в интернете, в любой программе. Могу я показать, если будет интересно. Сегодняшний у нас выпуск именно обзор эспандеров. Это был номер один. Двигаемся дальше. Ну что, под номером два у нас пойдет резиновое кольцо. Ну, аж чуть пальцы, флексоры пальцев чуть не отлетели. Резиновое кольцо. Это кистевой эспандер. Также есть и пружинные. Вот. Чем они хороши? Они напрягают не только, задействуют флексоры пальцев, но кисть, запястье и предплечье. Предплечье тоже очень важно, потому что некоторые тренируются в зале с гантелями, крутят палку там с грузом, но нужны также силы хвата. Задействует только эспандер, потому что даже кто-то будет убегать, все, ты его схватил, он от тебя никуда не денется. В той же борьбе, в дзюдо, в самбо нужны силы хвата. Также висеть на турнике, те же вот турникмены, как их называют там, стритрейсеры, хотел сказать, эти воркаут этот, стритворкаут, им это необходимо в любое свободное время. Весело, прикольно. Поехали дальше. Да, кстати, низко просто стоит, я поэтому тут нагинаюсь. Не сказал про кольцо. Они, кстати, тоже с разным тестом. Разный. Разные силы сопротивления, так сказать. 50 килограмм, есть в 100 килограмм. Есть еще меньше. У меня вот такое среднее, оно 50 кг. Довольно-таки оно тяжелое. Вот. Ну и роллербал. Это такой вот шар. Он стоит порядка рублей. Если вот эти рублей 80 в районе 100, и этот стоит рублей 300. Тут идет шнурок, то есть его дергаешь, он заводится, и такими движениями он уже начинает работать. Там на видео у нас есть, на одном из моих видео, как мы его запускаем, он работает. Вот. Он хорошо вот как раз таки именно для восстановления после переломов рук, каких-то травм. Именно вот этот вот. Ну, в принципе, все. Больше эспандеров у меня на данный момент нет. Вот хочу еще резину приобрести. А так все это, конечно, интересно. Куда-то брать с собой, там, в какие-то поездки. Как утреннее, как сказать, подспорье к зарядке, к такой, к разминке, чтобы быть в тонусе. Так что всем успехов в труде и спорта, здоровья. Пока.